Возвращаем Валентину в систему биоробот-душа, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Пошел процесс. Да, мы закончили. Хорошо, отключайся от объекта и переносись к входной двери дома Валентина. 1, 2, 3, ты стоишь перед домом. Подожди, она говорит, я такая радужная и счастливая, мне нужно будет подружиться со своим физическим телом. Безусловно. Мы даже к нему более детально прислушиваться. Да, я здесь. Хорошо, входи в дом. И я даю команду. Клетка устанавливается в одной из комнат. Пошел процесс. Я бы сказала, это зал. Клетка в зале установилась. Здесь на столе стоят сухие цветы какие-то. Шишки, что-то такое. От них мертвая энергия. Мертвая энергия. Хорошо, я сразу говорю Валентине. Эта мертвая энергия, она не должна находиться в жилом помещении. Она не мертвая, она какая-то сухая. Это сухая мертвая энергия. Она не несет жизни. Мертвая, она как от животных, а это какое-то, ну, негативное в любом случае. Хорошо. От нее фонит, там есть портал или что-то? Да, нет, просто она из себя выпускает вот эту энергию сухую. Хорошо, под этим пучком открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И все это, весь негатив уходит на переработку, в чистую первичную энергию носится. Закрывая печать и растворяй. Готово. Цветы надо будет удалить эти из дома, сухие. Хорошо, поехали дальше. Что у нас там в клетке? Ну, у нас бес тихий, который арахноид. У нас джин, рептилоид, два грея, три воронки. Черта нет? Нет. Хорошо, под воронками открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Они уходят на переработку в чистую первичную энергию. Рептилоид с греями. Как долго вы находились в этом доме? 7 лет. Хорошо, рептилоид, дай команду греям, чтобы они вышли и все вытащили, все, что они собрали, все, что они оставили в этом доме и доложили о готовности к проверке. Приступай. Перехожу к арахноиду. Арахноид, ты все собрал? Ну, с таким укором на тебя смотрит, он все собрал, как будто у него есть был другой выход, не было у него. Я все собрал и ждет. Хорошо. Готов уходить? Да. Больше сюда не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая печать и растворяя. Ждем, пока греи все уберут. Какую энергию вы собирали здесь, рептилоид? Энергии много скопленных, разных. Именно этого человека, который живет в доме, или всех людей, которые приходили скопленных. Туда? Скопленных временем. Понятно. Много мыслей, форм висит. Они показывают мебель, которая там находится, то, что в мебели, и вообще много других вещей, шторы. Это все не обновлялось очень давно, и оно несет свою энергию, мысли, формы, скопленные какие-то чувства. Она никуда не делась. Они очень все собрали. Да. Хорошо. Рептилоид с греями, больше не приходите в этот дом. Все понятно? Поняли уже, да. Готовы ходить? Готовы. Открывается наверху два портала. Один на частоте рептилоида, один на частоте греев. Грей забирает все, что с собой принесли, уходит на свою частоту. Рептилоид уходит на свою частоту. Закрываем оба портала, запечатаем, растворяем. Готово. Хорошо. Джин, считай цифры над головой. 804. 804. Хорошо, Джин, как долго ты находился в этом доме? Давно находился. Сейчас скажу точно. Точнее, 17 лет. Остатки роскоши забираю. Понятно. Какая там роскошь была? Расскажи, что ты именно забираешь? Сейчас уже ничего. Все, что могу вытянуть, собираю. Но были другие времена. Роскошно жила я. Хорошо, с какой вещью ты попал в этот дом? Подушка какая-то. А это она купила или ей подарили 17 лет назад? Принесли. Принесли. Хорошо, Валентина. 17 лет назад
Если вспомните, о чем идет речь, с этой вещью попал к вам джин. Все, джин, давай, выходи, собирай все свои ловушки, всю свою пыль собирай, которую ты оставил. Ничего он не говорит, я не к ней попал, я в дом попал. Ты в дом попал, понятно. И там и остался, да? Там и остался. Хорошо, давай, выходи, собирай все свое, и буду тебя отпускать на твою чистоту первый раз. Засиделся я здесь. Согласен. Он таким вихрем собирает. Какого цвета? Он синий. Синий, да. Хорошо. Готов. Хорошо, джин, больше сюда не заходи, мы все будем здесь запечатывать. Все понятно, да? Да, понятно. То есть темень. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте джина. 1, 2, 3. И джин уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, бес остался. Бес все собрал? Все собрал. Отлично. Давай тогда пошли по дому, показывай мне, где порталы. Я закрываю порталы, после этого собираю тебе весь негатив. Пошли. Спроси у него, почему ей мыслеформы. Да, кстати, без вопрос. Почему там приходили мыслеформы о бесплотных душах? Почему ты постоянно у нас возникал, когда мы проходили по частотам? Магическое воздействие, ничего не было. Неупокоенные бесплотные души, бесплотные души. Почему ты там проявлялся? Потому что я живу в этом доме очень давно, и она меня помнит. Здесь выросло 3 поколения. То есть ты оставил какие-то там, были какие-то воздействия, были бесплотные души, было все это, да? Нет, она меня помнит. В ее памяти зафиксировался я. Она меня видела когда-то. Ребенком, да? Но не могла, да, не могла понять, кто я. Понятно, ладно, хорошо. Давай тогда сейчас выходи и показывай нам все порталы. И закрываем их. Пошли. Зеркало, трюмо. Зеркало, трюмо. Под этим зеркалом трюмо открывается внизу портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал. Вместе с ним фантом портала, все наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатаем, растворяем. Пошли дальше. Хороший портал был. Зря его уничтожил. Да я тебе открою твой портал к тебе. Я здесь все буду уничтожать, когда ты уйдешь. Поэтому даже не теряя времени на эти мысли. Я их и сам вижу, не в этом дело. Арку видишь? Арка? Это, в комнату? Это портал коридора. Коридор, хорошо. Под этой аркой внизу открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал, фантом портала, все наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо? Готов. Пошли дальше. В туалете окно. И под окном в туалете открывается портал в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы, все засасывается, уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Идем дальше. Он говорит, там в крыше арахноид собрал свою паутину, но портал не закрыл. Так, ну что, притянуть арахноида назад или закроем сами? Нет, портал закрывать. Что мы увидим перепуганного арахноида и так далее. Открывается под крышей, там, где находится портал, воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала уходит, наночастицы, все на переработку, в чистую первичную энергию носится. Закрывай, опечатай, растворяй. Больше не войдет. Готово. Хорошо. Еще есть? Найдем. Уверен. Там, где такой старый здесь дом. Еще одно зеркало из спальни. И еще одно зеркало в спальне. Под ним открывается портал в галактическое ядро. И засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы портала. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатаем, растворяем. 5 порталов уже. Идем дальше. Я не пойму, шкаф какой-то, как сервант такой. Угу. И вот там дребезжит внутри все. Хорошо, под этим сервантом внизу открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, вместе с ним фантом портала уходит, все наночастицы, все на переработку в чистую первичную энергию носится, закрывая, печатая, растворяя. Все, он разводит своими руками, говорит, все. Хорошо, возвращаемся все вместе к клетке тюрьме. Энергия, эмоции, мысли, чувств. Пошел процесс. Готово. Опиши. Ну там шар, где вот... Низковибрационные, да, или космические, там, да. Нет, низковибрационные, там, да. Там такие обрывки, люди разговаривают, говорят что-то. Понятно, хорошо. И космический большой? Меньше. Под космическим открывается портал в галактическое ядро, он уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя, и без забираешь?
Облизывать. Отправляй бесу, как и обещал. Зарядился. Нормально, а ты возмущался насчет тех лярв. Посмотри, сколько ты забрал. Хорошо, готов уходить? Ох, аж подпрыгиваю, как зарядился. Ну, сам бы ты столько не забрал. Не зря я тут был. Да, действительно. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1, 2, 3 и бес уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, клетки у нас нет, все чисто, больше никого нет, да, Вера? В доме нет. У нас еще остался там земельный участок, да? Да. Хорошо, давай закончим с домом, я даю команду на счет 3. Да, есть. Хорошо, мы здесь закончили. Ничего не забыли? Нет. Переносимся к входной двери 1, 2, 3. Да, здесь. И переносимся на земельный участок 1, 2, 3. Ты на земельном участке. Я здесь. Неупокоенная душа арахтоид. Черт, три воронки. Кошки. Сколько? Две. Две кошки. Еще кто-то есть? Нет. Хорошо. Кошечки, хотите уйти в свой портал? Мяукают они. Хорошо. На счет три открывается кошачий портал. 1, 2, 3. Светлый портал, и кошечки уходят на свою чистоту. Мяу-мяу. Они мяукают и бегут туда. Ну, я вижу, с поднятыми хвостами. Готов. А что там видно в том портале? Ничего не видно. Свет видно, в который они заходят. Отлично. Хорошо. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо, под воронками открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И три воронки уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, черт. Ты тут хозяйничал? Хозяйничал. Хорошо. Значит, я тебе предлагаю такой вариант. Ты сейчас выходишь, собираешь все, что ты оставил, полностью собираешь. После этого ты мне показываешь воронки на этом земельном участке, порталы. Я их закрываю. После этого я тебе соберу в дорогу весь негатив, находящийся на этом земельном участке. И отпущу тебя на твою чистоту. Тебя устраивает такой вариант? Да. Хорошо. Давай тогда сейчас сделаем следующее. Арахноид выходит, собирает всю свою паутину на земельном участке, все свое потомство, ничего не забывает, возвращается и докладывает мне о готовности к проверке. Приступай, арахноид. Черт показывает почему-то, что он бегал там очень быстро. А почему ты бегал там быстро? Что там такое? Расскажи. Сетки ставил. И как чувствовал себя человек, когда он проходил через эти сетки? Терял энергии, да? Путался, энергии терял. Иногда падал. Причем и когда в дом шел, и когда возвращался из дома, правильно? Он удачно их так расставил. Вот человек как бы дважды проходил, да, черт? Туда-сюда ходил. Ну вот, я и говорю, да. Арахноид собрал. Хорошо, арахноид. Ты готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, давай с неупокоенной душой решим. Неупокоенная душа, ты меня видишь, слышишь? Он пьяный умер. Антон. Антон, который умер пьяный. Антон, ты давно умер? 1930. А почему 32-й. Ты... 32-й год. И ты до сих пор находишься на земле? Не пускает Мне тебя? Мне кажется, он сейчас пьяный. Ты сейчас пьяный, Антон? Грустный он такой. Антон, как ты оказался на этом земельном участке? Да ты 90 лет практически находишься на земле, после того, как ты умер. Устал бродить. Ты знал, что... выход. Ты знал, что мы открываем порталы? Потерял надежду, но пытался найти выход. И как ты нас нашел, скажи мне? Как ты нашел эту возможность? Кто-то тебе сказал, что мы открываем порталы и отпускаем неупокойные души? Да, пришла информация. Хорошо. Та информация всегда приходит. Хорошо. Но не всегда верная. Ну, в этот раз пришла верная информация. Мы действительно откроем тебе этот портал. Хочешь что-то рассказать о своей жизни? Почему ты погиб? Как ты погиб? Чисто из-за алкоголя или что-то было другое? Просрал я свою жизнь. Не хочу вспоминать. Ладно, хорошо, Антон. Не собираюсь тебя ни в коей мере угнетать этими вопросами. Ты готов уходить в светлый портал, в чистилище? Он плачет. Он очень давно готов уходить.
И на счет 3 открывается портал в чистилище, светлый портал. 1, 2, 3. И Антон идет в этот портал, его встречает его куратор, учитель, друзья встречает, все его родственники, все, кто его знали. Опиши, Вера. Он, знаешь, держится как за сердце. Зашел он туда, держится за сердце и говорит, что душа уже устала у меня искать выход. Хорошо, Антон, ты нашел этот выход. Сегодня мы тебе открыли его. 90 энергии лет. Энергии его не хватало. В него прям входят энергии сейчас, чтобы силы были у него дальше идти. Он благодарит оттуда, повернулся. Благодарит. Во благо, Антон. Наилучшие тебе пожелания в новой твоей жизни. Сделай выводы. Всего хорошего. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Ну, хорошо, черт. Давай тогда, поехали с тобой. Начинай собирать все, что ты оставил в этом земельном участке. И потом перейдем сразу к порталам. А потом к энергии темной. Пошли. Он в припрыжку собирает. Ну, резвый, молодой, почему бы нет? Они он так показывает за домом. Там да. Такое длинное, черное. Энергия черная, что ли. Он говорит, что это темное место. А что там такое? Может, там что-то зарыто? Сосет энергию. Ну, я могу тебе эти энергии собрать, если ты хочешь, в дорогу. Тебе устраивают такие? Не, не хочет он это. Не хочет. Хорошо, тогда мы уничтожим тогда этот портал. Без проблем. Там не было никаких, ничего не закопано, не было магии, подкладов. Это нет. Не человеком? Понятно. Это просто открылось... Не человеком. Хорошо, меня устраивает тоже такой ответ. Хорошо. Он хочет смотреть. Будешь убирать, говорит. Конечно, буду убирать. Хорошо, Верочка. Если ты не хочешь эту энергию. Ты видишь это место, где черная полоса? Да, длинная. По всему периметру этой полосы внизу открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал. Все эти энергии уходят, наночастицы, фантомы уходят. Все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывай, печатай, растворяй. Понравилось, черт? Я тоже хочу такую, ну, тогда силу тебе, иметь. Тогда тебе придется стать светлым. Но ты же не можешь стать светлым. Какая глупая сила есть и все. Тоже верно. Значит, если хочешь, станешь. Пошли дальше. Ну, в заборе показывает еще. Забор. Хорошо. Видишь это место, Вера? Ну, красное пятно вижу, да. Хорошо. Под этим красным пятном внизу открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Пошли дальше. Черт, скажи мне. Говорит. Хорошо, черт, у меня еще один вопрос. Скажи, в вашем мире есть черти женского пола? Че это такое? Я не знаю. Просто я в интернете увидел на одном портале, есть люди, которые пытаются там чертиху выгонять, что якобы черт женского пола. Я извиняюсь за этот глупый вопрос. Я, в принципе, понимал, что это бессмысленный вопрос, но мне было интересно увидеть твою реакцию. Она меня удовлетворяет. Хорошо, черт. Мы здесь закончили, все порталы закрыты, ты все собрал, да? Ты его в ступор взял. Я не хотел тебя вводить в ступор. Но просто на Земле есть люди, которые общаются с сущностями, и эти сущности им предстают как черти женского пола. Вот я поэтому у тебя и спросил. Какая гадость. Абсолютно верно. И еще второй вопрос, не менее гадость. Скажи, вообще принципиально возможно, чтобы черти, бесы или демоны захотели перейти в светлый мир? Вот это вообще допустимая мысль. Ты можешь себе такое представить? У меня мало герц. Не надо много думать. Ладно, хорошо. Но да. Я такого не видел. Да не только ты не видел, такое просто не может существовать в природе, потому что ваш мир, он создан по определенным законам и работает по определенным законам. Такого просто не бывает. Но у нас есть на Земле люди, которые верят, что такие вещи бывают. Я не понял, что ты предложил сейчас. Я сейчас стать тебе... мне ангелом? Нет, я тебе не предлагал стать ангелом. Я хотел спросить... Объясни. Хотел ли ты когда-нибудь или допускается возможность, вот ты как черт захочешь стать человеком, человеческой душой, и захочешь жить как человек. Человеческой душой? Да. Это интересно.
Вот я тебя спрашиваю, такое бывает или нет, чтобы ты захотел стать человеческой душой? Ну, я знаю демонов, которые были людьми и бесов. Я знаю людей, которые стали демонами, и бесов, которые были людьми, я тоже знаю. Но обратный процесс из вашего мира от демона назад человеком, может это случиться? Такое бывает очень редко. Душа мается в нашем мире. Мы не можем ее держать постоянно, если она хочет наверх. Ее отпускают через какое-то время. Она проходит через многие уровни, очищаясь. Потом не знаю, что с ней бывает, но это не душа нашего мира. Это тот, кто попадает за свои грехи. То есть, если человек стал бесом, он реально может через огромное количество времени как-то выйти назад в свой мир. Но, будучи чертом, ты первородный. Нет. Вот, нет. Я об этом говорил. Ты первородный, душа, ты родился. Душа, которая попала к нам, да. Она не обязательно станет бесом. Я понимаю. Нам попадают души за грехи. Я об этом и говорю. И мы их мучаем. И вам это доставляет? Кто-то соглашается стать бесом и остается в нашем мире. А кто-то сопротивляется, как бы мы ни жарили его. Мы не имеем права держать такие души. Они идут на очищение наверх. Понятно. Преобразование. Но я имел, чтобы мы поняли друг друга, я имел, например, в виду, человек совершил на земле огромное количество убийств. Например, во время войны. Вот. Я общался с одной такой душой, это бес, и он мне рассказывал, что он пришел, он в Австрии жил как человек, и он пришел на землю для того, чтобы действительно участвовать в этой бойне. И он убил более 152 человек, набрал большое количество негативной энергии, и ушел, и стал бесом, и очень доволен своей судьбой. Но я не видел ни разу, чтобы назад возвращались такие души. Во всяком случае, я с такими не встречался в нашем мире. Ладно, бес, я не хочу тебя напрягать этими философскими разговорами. Ты наверняка ждешь негатив, правильно? Я черт. Я прошу прощения. Ну, когда не станешь бесом. Сколько у него герц, Вера? Считай, пожалуйста. 4 герца. Ну, понятно. И мы все собрали теперь, Вера. Я могу теперь собирать негатив, да? Да. Я даю команду, она собирается в этот шар. Здесь какая-то энергия красная, как жвачка. Большой такой шар. А что это за жвачка? Черт, что это за энергия? Ты не знаешь? Не знает он. Хорошо. Он как-то говорит, называет ее, я не пойму, что он говорит. Ну, понятно. Это энергия людей или что это там было? Негатив это? Скажи так, чтобы Вера поняла. Он говорит, у вас есть пчелы и улей. Это то же самое на энергетическом плане. Ах, вот как. Хорошо. Ты забираешь этот шар, который собрался? Он показывает, что они кусают людей, раздражая их. Все понятно. Хорошо. Это твоя чистота? Забираешь это все? Нет, он не потянет столько. А сколько ты убрать он тебе? Он хочет энергию, но не вот этот красный улей. Как хорошо, этот красный улей отдельно выходит и формируется в отдельный шар. Разбивает этот большой шар. Красная энергия уходит в один шар. Готово. Под этим улеем открывается энергиями портал в галактическое ядро. Он уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. А это ты забираешь? Да. Отправляю черту, как я обещал. Он подпрыгивает. Доволен? Зарядился по полной. Отлично. Хорошо. Готов уходить? Готов уходить. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта 1, 2, 3. И черт забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Из того огненную пентаграмму. Меня как воздушный шарик несет. Ну и отлично. Хорошо. Значит, не зря время с нами потратил. Готово. Хорошо. Полетел наш воздушный шарик. И отключайся от дома и поднимайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я на месте.